Очень интересные исследования представили ученые Геттингенского медицинского центра в Германии относительно того, что творческие люди менее активно реагируют на финансовые монетизированные вознаграждения своей деятельности. Правда, на мой взгляд, дизайн исследования был весьма неоднозначным, но тем не менее, в качестве вот эквивалента именно материального вознаграждения рассматривалась стимуляция зеленым цветом и несколькими другими цветами, как контрольная группа. И вот было установлено, что люди творческих специальностей в меньшей степени, менее активно у них мозг реагирует на предъявление зеленого цвета. То есть, ну, по выводам исследователей, на мой взгляд, далеко неоднозначных, но тем не менее, вот они решили так. Возможно, просто недостаточно полной информации об исследовании, поэтому я не вполне, может быть, разобрался. Но окончательный вывод их такой, что люди творческих специальностей в меньшей степени заинтересованы именно в финальном результате, в монетизации, в получении финансового вознаграждения по результатам деятельности. Им гораздо интереснее сам процесс и нужен им процесс. Более того, по их оценке, по оценке исследователей, для людей творческих специальностей вознаграждение может им играть даже отрицательную роль в плане осуществления их творческой деятельности. Ну вот, на мой взгляд, очень странно, что это исследование было сделано в Германии. По-моему, это исследование надо было делать нашего Минздрава. Вообще идеальный вариант. То есть творческим людям зарплату платить не обязательно, им процесс интересен. Ну а зарплата им даже наоборот мешает, так что, пожалуй, что лучше не платить, пусть сами платят за то, что им на работу разрешают ходить. Ну это, конечно, шутка, но, тем не менее, определенная доля смысла в этом исследовании, конечно, есть. Я думаю, что действительно сам процесс может влиять и может оказывать гораздо большее стимулирующее воздействие, ну, по крайней мере, на людей, которые занимаются, ну, более или менее свободным творчеством, чем просто финансовое стимулирование. И скорее даже обратный вариант, что просто повышение зарплаты, просто если дать много-много-много-много денег, что человек начнет работать замечательно и творчески, ну, вот это вот совершенно точно не работает. Поэтому определенный смысл здесь есть, но я бы все-таки не противопоставлял материальный, монетизированный итог деятельности и сам процесс. Все-таки, наверное, нужно и то, и другое. Но вот такое вот любопытное исследование. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего, до свидания.